إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Пророк, алейхиссалатусалям, в этих своих проповедях, в прощальном хаджи, утвердил для людей еще раз в их сердцах таухид, единобожие, призвал их не посягать на жизни, не посягать на имущество, не посягать на честь друг друга. Пророк, алейхиссалатусалям, отменил навсегда любой национализм, любой расизм для мусульман. Господь ваш один, и пророк ваш один, и писание ваше одно, и происхождение ваше едино. И пророк, алейхиссалатусалям, призвал мусульман в этих своих прощальных проповедях к единству и сплоченности, к тому, чтобы они отвергли разобщенность. Пророк, алейхиссалатусалям, сказал людям в тот день, это был день Нахр, день жертвоприношения, вот такой день, как сегодня. Он сказал: «Я айюханнас, эйю яумин хаза». «О люди, что это за день?» Они сказали: «Яумун харам». «Это священный день». «Фаэйю баладин хаза». «А что это за город?» «Баладун харам». «Священный город», то есть Мекка. «Фаэйю шахрин хаза». «А что это за месяц?» «Шахрун харам», священный месяц, месяц Зульхиджа. «Фаинна димаакум, ва амуалакум, ва аралакум алейкум харам, ка хурмати яумикум хаза, фи баладикум хаза, фи шахрикум хаза». Так вот, поистине, жизни ваши и имущество ваше, и честь ваша друг для друга священный, неприкосновенный, как священ этот ваш день в этом вашем городе, в этом вашем месяце. И повторял эти слова многократно пророк, алейхиссалату вассалям, а потом поднял голову и сказал: «Аллахумма халь баллагт, Аллахумма халь баллагт, о Аллах, довел ли я? Довел ли я?» И спросил людей, довел ли он до них, и они засвидетельствовали, что довел. И тогда поднял он палец в небо, а потом указал на людей и сказал: «Аллахумма фашхад, о Аллах, будь свидетелем, о Аллах, который над небесами, будь свидетелем, что я довел до них это».